Всем привет! Мы на канале Бухай ТВ, и сегодня у нас традиционный банно, как говорится, пивно-водочный обзорчик, как говорится. У нас на обзоре водка Немиров особливо, как говорится. Водочки у нас помидорчики, огурчики, шашлычок, как говорится. Ну, и, как говорится, самый главный ингредиент – это водка. Что могу сказать по водке? Бутылка очень хорошая, квадратная, в черно-медных тонах, как говорится, солидно. Что мы здесь видим? Спонсор UFC, объем бутылки 0,5, 40 оборотов, как говорится. Здесь по бокам выдавлено Немиров. Снизу тоже какой-то логотип выдавленный, на пробочке выдавленный какой-то буква N с крыльями, типа я не знаю, что это обозначает их ингерт, но в принципе неплохо, как говорится. Солидная бутылка, можно такую на стол поставить, можно даже в драке кому-то по голове дать, как говорится, все как положено. Что, будем наливать по первой, будем дегустировать. Видео будет небольшое у нас, как говорится. По чуть-чуть будем выпивать. Ну что, по-первых, за все хорошее, как говорится. За хороший отдых, за баньку и за все такое, как говорится. Давайте, ребята, за нас, как говорится, за все хорошее. Давайте. Присутствует небольшое послевкусие спиртовое. Ну а так заходит неплохо. Заходит неплохо, можно пить, но если кто-то будет чем-то там запивать, закусывать, то, как говорится, вообще практически такого, чтоб там выпил и тебе плохо от нее, там такого нету. В принципе, нормальная, хорошая послевкусие. Если там, например, выпил ты, вот так сейчас сделаем, и огурчик там закусил, вот так. Да вообще все прекрасно, как говорится. Как будто, как теща подряд идет. Как будто и не пил. Так что как-то так. Ну, какие у нас помидоры красивые, с ветками, с бочки. И самое главное в таком деле, правильно закусывать. Люди, которые закусывают там водку конфетами, там еще какой-то херню, они быстро пьянеют, как говорится. Потому что первым делом впитывает организм, впитывает в себя сладкое, там, сахар, эту всю херню, короче. И потом, как говорится, люди говорят, да мы же там вроде бы много не пили, там, например, бутылку на двоих, на троих выпили, но нам хуево. Ну, им хуево там обрыгиваются, еще что-то. Из-за того, что они, как говорится, конфеткой, ну, одной как барбариской там чем-то закусывают. Поэтому плохо. А если закусывать капусткой, соленым огурчиком, все будет замечательно, как говорится, мясом, чтобы организм восстанавливался. Потому что водка попадает в организм, она убивает влагу в организме. А эту влагу надо восстанавливать. А если ты соленым закусываешь, соль в организме задерживает влагу. И поэтому все будет нормально. Что, будем по третьей и продолжаем наш праздник. Наливается хорошо, звук не нравится, красиво. Давайте по третьей и закусим шашлычком, как говорится. Что надо закусывать, как говорится. Огурчик у Михалыча вообще шикарный, как говорится. Этот помидорчик чуть попробуем попозже. Может и не попробуем в обзоре, но все равно попробуем. Давайте, я же его неоднократно уже пробовал. Хорошо. Хорошо заходит. Вот так у Михалыча там шашлычок пожарю. Мне кажется, он чуть припалил. Сейчас кушу, протестирую. Вот такой он в середине. Хорошо прожаренный. Это самое главное. Чтобы не было, ну, никаких кровопотоков. Вот. Говядину, например, можно прожарить, ну, чтобы до конца бы не было прожарено, что там кровь присутствовала там или влажность. Но со свининой нельзя. С свининой там сальмонеллы, всякие кишечные палочки, всякая херня может быть, как говорится, для человеческого желудка это очень опасно. Еще одной под шашлычок. Yeah.
Ну, давайте выпьем за подписчиков, за тех, кто смотрит меня, как говорится. Сегодня постараюсь это видео выкинуть в сеть, как говорится. Так что сильно его затягивать не буду, минут на 12, чтобы не сильно большое. Вот, как-то так, мне намекнут, когда будет 12 минут. Так что, давайте, ребята, за нас, за все хорошее. Ну и снова же традиционно закусим шашлычком. Хорошо. Что могу сказать? Я выпил там 4 часа, сколько-то сижу, рюмочек. Что могу сказать по этой водке? Цена на эту водку нормальная. Обыкновенная. Стандартная. Все, практически вся водка так стоит. Но бутылка солидная. Нормально. Можно на стол поставить, можно с друзьями выпить, можно, как говорится, подарить даже кому-то эту бутылку. По вкусовым качествам водка неплохая, сделана на спирте класса люкс, как говорится. Этот, по 10-бальной шкале это 9 баллов. Хорошая популярная водка. Так что сказать, что она плохая, это водка, в чем-то плохая, я не могу. Практически вся водка в Украине, она практически вся одинаковая. Некоторая чуть-чуть лучше, некоторая чуть-чуть хуже, как говорится. Вот такие дела. Надо мне, чтобы субтитры шли. Короче, как-то так, короче. Ну что, налью по одной и буду закругляться, как говорится. Сейчас закушу. Так я вам не сам божественный просто. Шучком. Так что 9 баллов, хорошая оценка для водки. Сейчас. Что могу сказать, ребята, все. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, кто недавно пришел на наш канал. Пишите комменты, обязательно на них отвечу. Давайте, ребята, всем спасибо, всем пока.